Весь подол в крови был. Смотреть страшно. Надо бы в полицию сообщить. Она ж только родила, вот и кровит. В полицию я уже позвонила. Приедет, расскажешь им все. Я только шум машины услыхала часа в 2 ночи. Выхожу, а она лежит на крыльце. И больше никого. Умрет, да? Ну, типун тебе, Петровна. Она молодая, крепкая. Девонька. Троньте, я не отдам. Как зовут тебя? Вспомнила? Я Алиса Денисовна. А тебя как зовут? Посмотри на меня. Черепно-мозговая у нее. И роды. Вот как ее записать? Ума не приложу. Так, а ребенок ее где? Твою-то. Ты-то откуда здесь? Зойка, иди сюда. Да, иду. Глянь, какой тут грибочек. О, Господи. Здравствуйте, а скоро тут? Ой. Извините. Студентка Кулика, вы подготовили ответ? Да. Я слушаю. Подождите в коридоре, пожалуйста. Хорошо. Кровеносная система человека. Одна из важнейших. Недаром древние люди сравнивали кровь с живой водой. Прикиньте, захожу я такая в аудиторию, а там картина маслом. Наш Бирюк дрыхнет, как сурок, а Любаша, добрая душа, стоит и охраняет его. Ну что ж, отлично. Уверен, Люба, вы станете очень хорошим врачом. Спасибо, Арсений Павлович. Скажите, я бы хотела пойти к вам на летнюю практику. Вы же в доме престарелых дежурите, не высыпаетесь. Вот. В дом престарелых... Непростое место. Старикам нужно внимание больше, чем детям. А я справлюсь. Вот увидите. Ну, хорошо. Посмотрим. Спасибо. Позовите там следующую. Мам, встречай отличницу. Меня перевели на следующий курс. Поздравляю. Ты что, плачешь? Мам, что случилось? Тебя уволили? Нет. А что у тебя с практикой? Арсений Павлович берет меня к себе. И охота тебе за стариками выносить. А что в этом зазорного? Ухаживать за немощными образование не нужно. Ты на меня посмотри. Мама, ты домработница в хорошем доме. Да. А врач уважаемый человек. Хотя... Умение ухаживать за немощными тебе, возможно, скоро пригодится. Мам, ты что? Ты у меня такая молодая, слышишь? Или у тебя действительно что-то болит? А? Вот, держите. А почитать слепому? Вы не симулируете. Чтение тренирует мозг. Кстати, ты мне обещала помочь с телефоном. Письмо внуку набить. Давайте. А ведь раньше набивали только физиономию. Какая же у нас славная медсестричка появилась. Даже умирать жалко. А вам никто и не позволит, Альберт Альбертович. Вы у меня еще бегать будете. Спасибо.
Вот, Арсений Павлович, чай покрепче. Спасибо. Уже поздно, вас, наверное, дома ждут. Моя мама работает в загородном доме и приезжает только на выходные. Давайте я вам помогу, а вы поспите. Вы знаете, меня ведь тоже дома не ждут. Ну что ж, я ненадолго, полчасика прилягу. Если я вам понадоблюсь, сразу будите. Хорошо? Хорошо. Не переживай, я нормально себя чувствую. Ну, правда. Дочка пришла. Ма, это что такое? Это на работе. Небольшое ЧП. Ничего страшного. Это перелом? Сильно болит? Врач что сказал? Трещина и небольшое растяжение. Ничего страшного. И как это случилось? Оступилась. Бывает. Оступилась? Из-за чего? Что вообще с тобой творится в последнее время? Я просто хочу отдохнуть, набраться сил и вернуться на работу. На работу с одной рукой? Ты с ума сошла? Я тебя никуда не пущу. Я прошу тебя, пожалуйста, хоть ты меня не мучай. Люк, значит, здесь прогулка на час, потом из 10-й палаты нужно будет двух вывести. И я там похоменько изменил дозировку. Обрати внимание, ладно? А вы с доктором прекрасная пара. Ну что, это мой преподаватель. К тому же очень хороший врач. У меня глаз наметанный. Так что, Любочка, готовим кольца. Я, кстати, и ювелир, если что, приглашайте. Вот, очень удобное. Для урывочного сна. Для дежурства. Держи. Спасибо. Ой. Это чья выписка? Это мамина. Она руку травмировала. Можно посмотреть? Что скажете? С этим можно работать? Ну, ничего серьезного я тут не вижу. В принципе, если сильно не напрягает, то можно и работать. Хотя лучше, конечно, дома побыть. Я так не хочу, чтобы она туда ходила. Мама все время от этой работы плачет. Она, в принципе, много болеет. Я и в медицину из-за этого пошла. Ради нее. Ты у нее одна? Да, она меня сама вырастила. А теперь я о ней забочусь, она меня не слушает. Хочет с этим гипсом на работу ходить, боится место потерять. Ну так помоги маме. Правда? Можно? Я практику не брошу, я буду совмещать. Разберемся. Держи. Спасибо. Привет. Привет. Так, мама, ты как хочешь, а я еду с тобой. Ты со мной? Ты думала, я тебя саму отпущу, а? За практику не переживай, медкнижка у меня есть. Скажешь, дочка будет помогать, пока гипс не снимут. Я даже не знаю, разрешат ли. Хотя у тебя есть медицинский опыт. Вот, а я о чем. Дмитрий Петрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а мне может помогать пока моя дочь? Да, и еще. Дмитрий Петрович хороший и очень добрый человек, хоть и большой начальник. А вот жена его, Ирина, никак цены себе не служит, так что ты на глаза ей лишний раз не попадайся. Поняла? Да. Здравствуйте. Это Люба, моя дочь, в помощнице. Да-да, здрасте. Супруга в курсе. Такое лицо знакомое. Могла его где-то раньше видеть? Да нет, он просто, наверное, на артиста какого-то похож. Да блин, Игорь, ну под ноги смотри. Я смотрю, ты веди нормально. Может, тебя еще на руках поносить? Ты что ли собрался носить? Смотря сколько платить будешь. Папина задачка закончилась? Да пошел ты! А
это сыновья хозяина? Угу. Это Игорь старший, он после аварии, а не Зимка, как кошка с собакой. Здравствуйте, Дмитрий Петрович предупредил, помощница. Что же вы стоите? Проходите. Отдельную комнату не выделим, не ждите. А Люба будет в моей... в гостиной, так сказать. Ну, вообще-то, это помещение для обслуживающего персонала. Вас как звать? Люба. А вы Ирина Антоновна. Вот, отчество, пожалуйста, для пенсионеров. Майя, я этому истерику больше помогать не буду. Пусть ему отец няньку наймет. Или уже? Ну, вообще-то, это помощница по хозяйству. Очень удачно, потому что у меня в комнате очень пыльно. Димка, перестань. Ну, правда, очень пыльно. Люба, медик, она может Игорю помогать. Да, мы как раз сейчас проходили курсы по... Так, давайте без самодеятельности. Прежде всего, качественная уборка везде. Мам! Почему братья не ладят? Просто они очень разные. Давай я помогу. Давай. Игорь, он от первого брака Дмитрия Петровича. Серьезный. Весь в отца. Компьютерные программы пишет. А Дима? А это вечный студент. Скачет из вуза в вуз. Как кузнечик. Ясно. А Ирина здесь всем заправляет, да? Хозяйка. Добрый день. Я Люба, дочь Надежды, и буду вместо нее убирать. А, я медик, и мы сейчас в училище проходим реабилитацию после тяжелых травм. Это тебя там научили рыться в чужих бумагах? Извините, я одним глазком. У вас там кроме трещин еще есть смещение, от них бывают жуткие боли. Все, не галди. Много слов. Может, я смогу чем-то помочь? Да, ты сможешь помочь. Выйди и закрой дверь. Уборка не нужна. Мам, у тебя в выписке и у Игоря одна и та же дата. Это как-то связано? Рыба для Дмитрия Петровича готова? Да, почти. Она в духовке. Можете подавать. Он уже приехал. Хорошо. Ну что, медик, нянька, теперь еще и поваром у нас. Я еще и на машинке умею строчить. Да ты прям клад. Скоро будет готов ужин. Да ужин ваш хрень диетическая. Диетическая только для Дмитрия Петровича, все остальное всем обычное. А я, может, хочу необычное. Ну, мама, она у тебя строгая. Прям боюсь ее. А я твою. Получается, друзья по несчастью? Ну, рассказывай. Ты у нас студентка, отличница. Типа того. А ты? А я еще не придумал, кем хочу быть. Да ладно тебе. Ну и к нам какими судьбами? Отличница. Маме помогаю. Так ты у нас добрая душа. Да, добрая.
Ваш ужин. Вам сейчас необходим белок для восстановления мышц и костной ткани. Если дадите снимки на день, я могу посоветоваться со своим преподавателем. Он поможет подобрать правильные упражнения, чтобы вас на ноги поставить. Всегда такая разговорчивая? Привычка. Я сейчас прохожу практику в доме престарелых, а стариков хлебом не корми, дай только поболтать. Я видела и тех, кто рано после травм вставал, и тех, кто после них не вставал вообще. Ну хорошо, ладно, я понял. Принесла еду, спасибо. Можешь идти. Да. И снимки можешь тоже взять. Физкульт, привет. Как дела? Лучше всех. Только никто не завидует. Что так? Слушай, я не могу жить здесь больше. Съезжать надо. И не будет этих скандалов. Неловкого молчания, что еще хуже. Игорь, пока я жив, твой дом здесь. Это запрещенный прием, па. Запрещенный и незапрещенный. Ты моя надежда, моя опора. Слава богу, хоть один сын нормальный вырос. Па. Ты прости меня за срыв, за аварию. Что-то не так? Нет, все так. Спасибо. Просто не хочется. Можете подавать десерт? Да. Дорогой, уже полулета прошло. Пора думать, куда Димке идти учиться с осени. Ты уже три института бросил? Чем тебя политех не устроил? Я говорил, я не технарь. В общем, делай, что хочешь, поступай, куда хочешь. Денег я больше ни копейки не дам. Начинается. А если не поступлю, что прикажете делать? В армию идти или работать? Ну, какой смысл искать работу без диплома? Будет у него диплом, не будет у него диплома. Все равно не будешь работать. У тебя руки из задницы растут. Ну да. Я дурак криворукий. А Игорёша у нас молодец, самый умный. Хотя он в армии не был. Значит, ему все можно? Ну, Дим, правда, он же прав. Ты всегда ему все... Скоров! В отличие от тебя, он все время учился. Вместо того, чтобы поговорить нормально, ты все время его унижаешь. Естественно, у него протест. Протест? У него всю жизнь протест. Если бы ты к обоим сыновьям относился одинаково, было бы все по-другому. Спасибо за ужин. Люба? Да? Подавайте рыбу, очень есть хочется. Теперь я все время сплю. Это подушка во всем виновата. Ну, как тебе там работает? Дурдом. Все друг с другом воюют. Мама как себя чувствует? Измотана, но уходить не хочет. Из-за денег? Нет. Кажется, из-за хозяина. По-моему, он ей очень нравится. А я еще хотела спросить у вас совет насчет вот выписка и снимок.
Сын хозяина попал в аварию. Хорошо, я позже тогда посмотрю и скажу, какие упражнения нужно сделать. Самому нельзя. Давай, давай, я помогу. Давай, давай, давай. Ты не отстанешь? Доведу и отстану. Так. Меня доведешь или до комнаты? И тебя тоже. От неправильного расхаживания только хуже будет. Очень важна правильная постановка ног и корпуса. Давай, давай. А ему, значит, можно тебя обнимать, да? Слушай, иди куда шел? Игорек у нас очень нервный. По виду не скажешь, да? А недавно так психанул, что на мотоцикле в столб впилялся. Все сказал? Полегчало? Носится с ним. Все, кому не лень. Не обращай внимания. Давай. Сам. Может, ты меня еще помыть вздумаешь? Случилось? Тебя кто-то обидел? А? Мама. Понимаешь, то, что с Игорем произошло, в этом виновата я. Помнишь, ты меня спросила, почему у нас с ним одна дата на выписке? Да. В тот день меня Дима оскорбил, а Игорь заступился, и они начали ссориться. А Игорь очень не любит ссоры. Он выбежал из дому, сел на свой мотоцикл. Я за него испугалась, выбежала за ним. А ворота закрывались, меня ударили. Я крикнула. Он услышал, обернулся и упал. Гипс сняли, снимок сделали, все хорошо. Ну и прекрасно. Ты меня прости, что я с тобой не пошел. Ну что ты? А как ты, как аневризма? Ты знаешь, я уже смирился, что живу с бомбой в голове. Остается только ждать, когда она. Тебе прописали что-то новое? Да. И еще сказали, Дмитрий Петрович, уладьте все ваши дела, пожалуйста. На всякий случай. Дверь закрой. И не смотри на меня так. Это все мое. Если по полю лишил удовольствия, должен я себя как-то обеспечивать? Как считаешь? Дима, бери, что хотел взять, и уходи. Будем считать, что это я дала. Надеюсь, ты не собираешься докладывать об этом Дмитрию Петровичу. Мы сами как-нибудь разберемся с нашим сыном. Советую не лезть не в свои дела. Люба не придет, не переживай. Она до завтра на дежурстве. Болит? Знаешь, Надюш, не знаю, где у человека находится душа. Душа болит. Болит, потому что прожил не так и не стой.
на Ирине женился. Потому что Димка ждала. Не развелся. Семья все-таки. А я у всех на виду. Эту карьеру делал. Прости меня. А, ну что ты. Ну что. Мы оба виноваты. А хочешь, сейчас пойду и расскажу всем о нас. Я не знаю, сколько мне тут еще осталось, но эти последние денечки хочу прожить с тобой. Мне хватит того, что я могу видеть тебя каждый день. Дима, я не буду жить без тебя. Все, давай на эту тему не будем говорить. Ну все, я прошу тебя. Я не хочу. Ну я прошу тебя, а то я сейчас закричу. Я не хочу, прости. Ты уверена, что название запомнила правильно? Просто этот препарат назначают при аневризме головного мозга. Аневризма, ее, по-моему, оперируют. Не все. Этот препарат для укрепления сосудов. Видимо, она неоперабельная, и врачи страхуются, чтобы сосуд не лопнул. То есть он может умереть в любой момент, и все в доме об этом знают. Господи, теперь понятно, почему мама все время плачет. Надеюсь, любишь такие? Если хочешь, можешь маме передать в качестве поддержки. Люб, я тут день не могу выбрать. Ну, чтобы мы вместе куда-нибудь выбрались. Вместе? Ну да. Я же обещал показать музей медиков. Ай, извини, я, наверное, не вовремя. Нет, я тоже об этом думала. Что? Ну, если нас увидят, кто-то из однокрупников или ректората, у вас будут проблемы. Скажут, что это неэтично со своей студенткой. Да, знаешь, наверное, ты права. Мне тут... сейчас... Дмитрий Петрович, разрешите узнать, могу я как-то заработать в этом доме? Прислуги вы платите, может, и мне что перепадет. Я могу подмести, сорняки вырывать, на ушах постоять. Только скажите. Зря ты так с ним. Ему нельзя нервничать. И когда не знаешь, когда аневризма может рвануть. Ты о чем? Диагноз отца. Я думала, ты знаешь. Те таблетки. Какой диагноз? Какая аневризма? Ма, о чем она говорит? Это что, правда? Димочка, в дом. Иди. Я потом с тобой поговорю. Давай, давай, иди в дом. Я же просила тебя не вмешиваться в наши дела. Я думала... Интересно, чем же ты думала? Вот упражнение для спины специалист подобрал. А если будут какие-то вопросы, я подскажу, что и как делать. Непонятно пока только одно. Ты совсем такая добренькая? Или тебе что-то конкретно от меня нужно? В чем подвох? Ни в чем, я просто помочь хотела. А, ну, извини, я не хотел тебя обидеть. Просто там... Такие как-то это редкости. Тебе бы о любви думать, о парнях, а ты старикам, коллегам помогаешь.
А тебе не пора думать о любви? Я находка для любого психоаналитика. Ранняя потеря матери, нелюбимая мачеха, травма на всю жизнь. В общем, с созданием семьи будут большие проблемы. Ясно. Ты что, расстроилась? Надеюсь, не из-за меня? Нет. Из-за своего длинного языка. Я думала, что Дима знает об отце, а он не знал, и я, получается, врачебную тайну нарушила. Ты болезнь отца, что ли? Ну, какая же это тайна? Просто отец не любит ни с кем это обсуждать. Ну, а Димку, наверное, берегли, чтобы не травмировать. Даже хорошо, что он узнал. Может, нормальным человеком станет. Что с тобой? Ты пьяный? По какому поводу? Нет-нет. Я дала ему успокоительное, просто такая реакция. Что-то случилось? Просто проблемы с учебой. Надо к институту готовиться, а не пилюли материнские пить. Сынок. Дмитрий Петрович. Держитесь, держитесь. Ему прописали лекарство. Дима, да. В комнате. Дима, я вызываю скорую. Дима, иди. Твоему отцу нужен покой. Слышишь? Мам, где лекарства? Давай, давай, ты тоже иди. Вы только под ногами все путаетесь. Угу. Выпей успокоительного, я скоро приду. Давай. Так, Дмитрий Петрович, вы дышите глубоко. На раз, два, три. Вдох, выдох. Может, позвонить вашему врачу? Не надо никому звонить. Я никуда не поеду. Хорошо. Уколы могу делать вам и я. Не переживайте, у меня рука легкая. Если хотите, я могу остаться в доме. У меня сегодня как раз нет дежурства. Хорошо. Как же ты похожа на свою мать. Отдыхайте. Если что, зовите, буду недалеко. Я сделала Дмитрию Петровичу укол, ему уже лучше. Могу остаться на ночь и подежурить. Я сама буду с ним, понадобится, я вас позову. Отец умрет, да? Ему уже лучше. Слышишь? Ужас. Я для отца всегда был нулем. Он мне даже не сказал про болезнь. Он просто хотел тебя уберечь. Пойдем, ляжешь, выспишься. Завтра уже все не так ужасно покажется. Пойдем. Я же с самого детства, сколько себя помню, старался заслужить его внимание, одобрение. Ведь был Игорек, умница и талант. Отец на него все силы тратил. А как же, у Игорька мамы не было, а у меня не было отца. Он меня даже не замечал. У тебя есть отец, и он сейчас очень нуждается в твоей поддержке. Отец так гордится Игорем, а я его неудача. Да если бы он хоть раз сказал, что верит в меня, да я бы горы свернул. А теперь? Что мне теперь делать? Тебе нужно пойти к нему и сказать, что ты его очень любишь. Слышишь?
Стой. Подожди, но как я пойду к нему, если отца бесит один мой вид? Ну, ты же сама видела. Отец тебя любит. И это очень видно со стороны. Просто люди по-разному проявляют свою любовь. Да знаешь, я ведь с детства этого боюсь. Мне тогда лет 5 было. Родители ссорятся. Отец уходит. А мама кричит, хватает его. А мне так страшно стало. Что он сейчас уйдет и больше никогда не вернется. Мне это потом часто снилось. Как я держу его и не отпускаю. Ложись, ложись. Не уходи, пожалуйста. Пожалуйста. Побудь со мной, пока не уснул. Я же тогда все неправильно делал. Я его кулаками лупил, чтобы он не уходил. И до сих пор. Я вчера выручил, решил отблагодарить. Дружеская взаимопомощь. Не в обиде, правда? И что ты забыла в Димкиной комнате? Ваш сын, он меня... Вообще-то мы в дом брали сиделку для больного, а ты, значит, в чужую постельку прыгнула. Я хотела ему помочь, ему было очень плохо, и он не так все понял, я не хотела. Вот не надо только себя жертвой изображать, я даже слышать ничего такого не хочу. Он меня силой. Не смей даже рот по этому поводу открывать, поняла? Хочешь добить Дмитрия Петровича? Пошла вон, сучка. Люба, стой, что случилось? Я сюда больше не приду. Люба, да что случилось? Я иду в полицию. Дима, он меня... Нет. Если Дмитрий Петрович узнает, его это убьет. Пожалуйста. Чужой дядя тебе важнее дочки? Он не чужой. Я его люблю всю жизнь, понимаешь? Я на колени встану. Пожалуйста. Только не в полицию. Пожалуйста. Я на дежурство, мама. Вы не знаете, куда девалась наша Любаша? Люб, все хорошо? Все живы? Да. Ну? Работать сможешь? Разрешите мне уехать на пару часов? Мне нужно заявление там одно. Конечно. Тебя отвезти?
Давай все-таки отвезу, Люб. Не надо, я передумала. Ира, давай поговорим. Я спешу. Успеешь. Сядь, пожалуйста. А что, Люба, у нас больше не работает? Уволилась. К тому же домработница в состоянии работать одна. А у тебя что, к ним претензии? Дим, ну ты же в курсе, у меня с первого дня к ней претензии. Вот как только она в наш дом пришла, я ее терплю. Только и делаю, что терплю. Понятно. А твой любимый сынок, куда он укатил? В санаторий. Пусть отдохнет. Устал. Дитятка переработала. Угу. Понятно. А в институт когда будет готовиться? Вот опять у тебя к нему. Только претензии и претензии. Да нет у меня никаких претензий. Поздно. Раньше надо было жестче с ним разговаривать. А ты все время ему соломку стелила. Ты как? Ну как? Нормально. Точно? Да, нормально. Ну ты. Тихо. Помощь надо? Люба вернется и будет работать. Хочешь платить две зарплаты? Плати. Я плачу, мне решать. Игорь и Люба нужна. Вот так. Надо же, как она всем нужна. Люба, там мама дозвониться не может. Сюда позвонила. Простите. Держи. Да, сейчас. Блин, разрядился. Да, мам. Я же тебе говорила, я в этот дом не вернусь. Игорь, я тебе ничего не обещаю. Ладно, я подумаю. Да. Что, опять вернешься на вторую работу? Так хорошо было тебе недели. Устала? Мне что-то нехорошо. Вы бы не могли мне найти замену на сегодня? Конечно. Отвезти? Нет, я сама. Ну что, полегче стало? Вспомнила что-нибудь? Насчет сломанной стиралки договорился. Привезут новую. Правда, пришлось на них наорать, что моя помощница все руки себе стерла. Mm-hmm. Сильно потрескались? Ты почему занятия не посещаешь?
Я, наверное, академ возьму. Что случилось? Если сложно совмещать, бросай и практику, и работу. Я в том доме больше не работаю. А здесь... Можно я останусь? Где врачи? Наши артистки плохо. Придерживайте. Из-за меня я забыла сделать укол. На этот раз все обошлось. А в следующий раз будь повнимательнее. Может быть, объяснишь, что произошло? Так, Люд. Давай ты успокоишься и все мне расскажешь. Я хотела помогать людям. Я хотела маме помогать. Быть рядом с вами. А теперь я... Я беременна. И я будущий врач. Думаю о прерывании, понимаете? И это все случайно. Я сама виновата. Я просто хотела пожалеть человека, помочь ему. А вот все не так понял и... Не побоюсь. Он... Так, тише, тише, тише. Не хочу я этого ребенка. Только чем он виноват? Так, а теперь послушай меня. Человеческая жизнь – это самая главная ценность. Я этому с первой лекции учу. И раз так случилось с тобой, значит, так нужно. Я не так хотела. Ну, хотела не так, а получилось так. И ты сама прекрасно знаешь последствия аборта. И физические, и моральные. Так что какие могут быть сомнения? Новая жизнь – это чудо. Очень хрупкое. У меня ведь когда-то тоже был сын. Мишка. Ему было 3 года, когда он заболел. И 3,5, когда он ушел. И как вы это пережили? Никак. Мы расстались, разошлись с женой. Не, у нее все хорошо. Сейчас она вышла замуж, родила пацана. А я вот... Спасибо. Вы мне очень помогли. Надеюсь. Спасибо, что пришла. Игорь тебя уже давно ждет. Да, мам, я буду приезжать сюда только, чтобы с ним позаниматься. По дому, прости, давай сама. А если ты будешь Дмитрию Петровичу нужна? Ему сегодня было нехорошо, он про тебя спрашивал. Что ты какая-то уставшая такая. Мам, я должна тебе сказать... Я не поняла, что сегодня обеда не будет? Потом, извини. Не спеши, не спеши. Спину не прогибай. Так? Почти идеально. Что это ты вроде приуныла? Решила меня пригрустить? А с чего это ты взял? М? Еще 10 раз. Ну, я не знаю, просто... Я тебе там плакался. Что, раз без матери?
принципе, женщинам не доверяю. А я без отца. Умер? Или бросил вас? Да нет, живет где-то. Но ни разу не захотел меня увидеть. Сочувствую. Что у вас там с Димкой произошло? Мама отправила его куда-то на целый месяц. Ничего. Ничего? А мне тебя не хватало. Отдохни немного и сделай еще 10 раз. У вас хорошо с ним получается. Мам. Что? Я в положении. Димка. Аборт не обсуждается, я буду рожать. Люба, я... Хорошо, я найду обязательно момент и скажу Дмитрию Петровичу. Нет, пожалуйста, не говори, я не хочу, чтобы кто-то знал. Прошу тебя. Я даже не знаю, что тебе сказать. Для меня обе беременности тоже были как обухом по голове. Обе? Ну, одна... неудачная. А как... что, как? Ну вот как это будет? У тебя учеба, работа, Люба. Но у меня же есть ты. Почему ты ничего не ешь? Люба ведь останется. Не волнуйся, Люба здесь. Поешь, пожалуйста. Не хочу. Просто посиди. Помоги. Ты должна уйти из дома престарелых и быть постоянно здесь. Ему стало хуже, участились приступы. Я тут, мам, я никуда не уйду. Я тебя прошу, иди отдохни, на тебя больно смотреть. Всю жизнь боялся стать развалиной и обузой для родных. И вот, пожалуйста, на тебе. Ой, нашли развалину. Вы еще не одно женское сердечко разобьете. Сейчас я вам сделаю еще один укольчик, и вы будете спокойно спать. Отлично. Легкая рука. Хорошая дочка. Надюша растет. Дочка. Все хорошо. Он уже просыпался и снова задремал. И я тоже. Привычка с ночных дежурств. Как только голова к подушке, так сразу сон. Чего ты оправдываешься? Тоже привычка. Как твоя спина? Освоил? Ну, пока с этой опорой твою спину вроде не чувствую. Может, так хочется избавиться от нее. Не спеши. Рано бросишь, вернутся боли. Слушай, я спросить тебя хотел, ты, вы, тогда с Димкой. Доброе утро. Люба, лекарство готово? Да, конечно, сейчас. Доброе утро. И не вздумай прогуливать. Знаешь, каким трудом мне стоило тебя на журфак пристроить? Знаешь, сколько это денег стоило? Слушай, ну опять ты за свое. Дай поесть нормально. Я, может, не гуманитарий. Не гуманитарий, не технарь, а кто ты тогда? Кто-кто, ноль без палочки. Это точно.
Ну, привет. Добрая душа. Соскучилась? Нет. Зря. Родные люди. Для отца вон сколько делаешь. Ты так думаешь? Слушай, ну не обижайся. Я правда не хотел тебя тогда обидеть. Извини, если что. Ну не смотри так, будто тебя от меня тошнит. Выглядишь сразу хуже. Старикам на дежурство? Да. А ты не думаешь, что можешь инфекцию в наш дом принести? Давай выбирай, либо там, либо здесь. Что, плохо, да? Ну, не переживай, токсикоз ненадолго, я по опыту знаю. С тобой меня совсем не тошнило. Мам, мне кажется, Дмитрий Петрович меня дочкой назвал. Ну, это благодарность, наверное. Мам, я должна знать. Я его дочь. Мама, отвечай, это очень важно. Если вы с Дмитрием Петровичем так долго вместе, это получается, мы с Димкой брат-сестра, и этот ребенок... Ты с ума сошла, ну как могло тебе такое в голову прийти? Ты и мой муж? И ты еще в наш дом притащился? И вот ее заодно? Что вам от нас надо? Что вам от нас надо? Только не нужно кричать, Дима может услышать. Я не кричу. И он тебе не Дима. Он тебе Дмитрий Петрович. Это мне он, Дима, пошла вон. Убирайся! Хорошо. Мам, где собирай вещи? Убирайтесь быстро! Не смейте так разговаривать с моей мамой. Вон пошла. Убирайся! Быстро! Стой! Стой! Я сказала, стой! Остановись! Чей ты ребенок? Какой ребенок? Про какого ребенка вы говорили? Чей он? Димы. Чей? Вашего сына. Здорово. То есть твоя мамашка с моим мужем, а ты к моему сыну в постельку и хочешь ему чужого ребенка навязать? Отлично вы придумали. Отлично. Это ребенок вашего сына, и вы это знаете. Дрянь. Нашла время. Я не искала времени, чтобы ваш сын меня изнасиловал. Что ты говоришь? Кто тебя насиловал? Да что ты несешь, отца? Кто тебя насиловал? Сама напросилась. Ты гаденыш. Игорь, не надо! Отпусти! Отпусти! Ну прекратите! Отпусти, я сказала! Дима, ну что же вы? Не трогай его! Не трогай его! Девочка, девочка! Дима, Дима! Давай, держись! Держись за меня! Ты ответишь, слышишь? Ты ответишь, и папочка тебе не поможет! Он сломал тебе нос? Ты что, ну перестань. Нам ничего от вас не нужно. Ну ты же обещал, Димочка, не надо. Помогите! Димочка, не надо, пожалуйста, держись. Помогите! Дима! Димочка, пожалуйста, не надо. Дима! Спасибо, что приехали. Какие прогнозы? Определили ишемическую болезнь сердца. Видимо, она очень много лет живет с этим.
А стресс спровоцировал приступ. И что теперь делать? Она ни с кем не говорит, ничего не хочет. Пусть врачи пока наблюдают, а там решим. Ты сама-то как? Академ брать не буду. Переведусь на очно-заочную форму. Молодец. Молодец, что не бросаешь. Я помогу с учебой. Мне подработка нужна. Деньги, чтобы маму поднимать. Люб, можешь рассчитывать на любую мою помощь. Я к родам буду готовиться. Мне, если честно, стыдно, что я тогда сомневалась. Мне очень были нужны ваши слова. Это было очень вовремя. Спасибо. Вы удивительный человек. Не ждала? Понимаю. Вчера 9 дней было. Да, так зачем я пришла? Вот расчет тебе и твоей матери. Могла бы хоть спасибо сказать. И еще ты должна прервать беременность. Я оплачу тебе самую лучшую клинику. Я этого не сделаю. Люб. Этот ребенок никому не нужен. Даже если вы не связаны по отцу, а если вы с Димой брат и сестра, он тем более никому не нужен. Уходите, а? Ты же понимаешь, что если не медики, то кто-то другой это сделает. Давай по-хорошему, пузом нас не возьмешь. Деньги возьми. Как вам живется с мыслью, что вы убили его своими криками? А тебе как живется? Вообще-то это ты с твоей мамашей его добили. Ненавижу таких, как ты. Такие добренькие внешне, а внутри. Только и гадите. Деньги возьми. Странно, Дмитрий Петрович только умер, а вы уже хотите убить его внучку или внука. Знаете, я вас не боюсь. Я буду рожать. А вы идите на все 4 стороны. Я, Свиридов Дмитрий Петрович, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Моей супруге Свиридовой Ирине Антоновне дом, находящийся по адресу, ну, этот дом, и машина. Моему сыну Свиридову Игорю Дмитриевичу передать в управление и пользование все денежные счета и активы. Список прилагается. Ну, собственно, все. Это что, какая-то ошибка? Он не мог. Не мог оставить Димку без ничего. Почему? Все, Игорю. Почему? Ну, вы всегда можете оспорить это завещание в суде. Конечно, я оспорю, потому что это чушь. Игорь, ты куда? Нам надо все обсудить. Игорь. Вещи собирать. Я не могу поверить, за что он так со мной? За что он так с нашим сыном? Я что? А плохой женой? Димас, мы на какую тему эту девку пасем? Да блин, переспал с ней разок по дуре. А она залетела. Понятно. Бабок требует, да? Наоборот, слилась. Матушка истерит. Ребенок не нужен, прогни, чтоб сделала аборт. Да и мне как-то не в тему папашей становиться. Так что давай, врач.
Здорово. Чёрт, это сразу. Я привет тебе зашел передать, что подлец стал. Люба! Люба! Люба, ты скорую вызвала? А? Нет, ничего страшного. Подожди, а есть ли какие-нибудь внутренние повреждения? Давай поедем на УЗИ. Все нормально, Арсений Павлович. Просто я испугалась и позвонила вам на эмоциях, извините. А кто на тебя напал? Ты его запомнила? Это придурок какой-то. Я уверена, что это Дима его прислал. Бред какой-то нюс. Ну, это нельзя так оставлять. Надо написать заявление в полицию. Вдруг они опять нападут. Ну, что полиция сделает? Охрану мне приставят. А, да и потом на Димку придется заявить. И потом такая грязь польется. Нет. Этого мне точно лучше не станет. Ну, если хочешь, можешь ко мне переехать. Ну, в смысле, пожить у меня. Я все равно дома практически не бываю. Да и тебе будет спокойно. Да и мне. Я даже не мечтала о таком предложении. Чтобы вы и я вместе. Но мне очень дороги, Арсений Павлович, вы это знаете. Только теперь у нас ничего не может быть. Потому что не может. И чем мы обязаны этим визитом? На Любу вчера напали. Я требую, чтобы вы и ваш сын оставили ее в покое. Иначе я обращусь в суд. Понятно. Значит, вы защитник Любы. Шустрая девочка. Так это ты ее теперь, что ли? Еще раз так состришь, я тебе размажу. Люба тогда в полицию не пошла. Пойду я и заявлю на тебя. Понял? Послушайте, вы что, нам сюда угрожать пришли? Договариваться. Люба родит ребенка. И никогда вам не выскажет ни одной претензии. Взамен вы оставите ее в покое. Навсегда. А я, может, контакт наладить хочу. Встретиться с ней, обсудить. Дим. Встретиться вы можете только в суде. Где ты ответишь за ее изнасилование. Устраивает? А вас устраивает, что если вы прямо сейчас не уйдете, я вызову полицию. И не пугайте нас судом, мы пуганые. Я вас предупредил. Всего хорошего. Мам. Мам. Почему маме все хуже и хуже? Она не принимает лекарства? Выливаем. Но если человек сам не хочет жить, она недавно потеряла любимого человека. Вот-вот. А мы, считай, бессильны. И болезнь прогрессирует стремительно.
Я Арсению все это говорил. Может, в больнице есть какой-то психолог? В нашей нет. Да и родные в таких ситуациях справляются гораздо лучше. Убедите маму жить. А вот ради кого или ради чего, вам виднее. Мам, ну посмотри, какая красота. Это же твои любимые. Он мне такие дарил. А хочешь, я подарю тебе на день рождения много-много астр. Отпразднуем дома, обставим всю квартиру цветами, будет так здорово. Хочешь? Люба, приведи Игоря. Игоря? Сюда? Я ему звонила, у него телефон отключен. Может, у тебя получится. Но мы давно не общались с тех пор. Найди его. Это будет лучший подарок, он мне очень нужен. Мам, зачем? Почему тебе так важен чужой человек? Только потому, что он сын Свирида? Он мой сын, Люба. Игорь мой сын. Добро пожаловать в рай для отшельников. Здорово. Приветствую. Ну как ты, Игорь Дмитриевич? Нормально. Прими мои соболезнования насчет отца. Мировой был мужик. Ну, а ты к нам как? Я что-то и не понял. Вещей вроде не густо, а бронь надолго. Ну, у меня ноутбук с собой, буду работать. Что мне еще надо? Один хочу побыть. В тишине. Понимаю, собраться с мыслями. Так, ну что ж. Пойдем покажу. Домик лично тебе выбрал. На самом отшибе. Там тихо. Ну вот. Да, если меня там кто искать будет. Тебя здесь нет. Мне было 17, Диме 30. Он был женат, но детей у него не было. Встретились, влюбились по уши. Обоим головы снесло. Как разводиться он не собирался. Я узнала, что беременна. И втихаря решила сделать аборт. Он узнал, прибежал в больницу, кричал. Я ребенка заберу, мы давно с женой хотели усыновить. А тебя, дуру, я больше ни видеть, ни слышать не хочу. Вся беременность и роды прошли, как в тумане. Игорёшу он забрал. Дал денег. Много дал. И я уехала в столицу. Училась, работала, жила. Как с гуся вода, как все молодые. Но всё мечтала, что Дима когда-то позовет меня обратно в наш сын, а он не позвал. Потом его жена погибла в автокатастрофе, а я узнала, что беременна тобой. От случайного человека, можно сказать, на танцах познакомились, виделись пару раз. Мой отец? Алексей. Он вообще хороший парень, просто я его совсем не любила. А тут Дима опять появился, и я... Лёша сказала, что ребенок не его, что я его не люблю, и он исчез. А потом оказалось, что я Диме не нужна с чужим ребенком в животе. Потом он женился во второй раз на Ирине. Ну и к твоему отцу у меня обратного пути не было. А как в дом к Свиридовым? Я сама попросилась. Год назад случайно с Димой встретилась, и опять все закрутилось, как когда-то.
Я сына хотела каждый день видеть. Я хотела ему все рассказать. Но Дима мне запретил. Он ждал нужного момента. И не дождался. Люба, я должна успеть. Пожалуйста, найди Игоря. Ну что? Ничего? Ничего. Оказывается, век соцсетей тоже можно спрятаться. Ну, особенно айтишникам это легко. Вся эта история с мамой просто в голове не укладывается. Осуждаешь? За что? Это ее жизнь и ее ошибки. Просто непривычно думать, что у меня есть брат. Знаешь, что я считаю ошибкой? Молчать, когда хочешь сказать. Люб, я для вас делаю все. Для тебя, для ребенка. Даже если... Я знаю, но... Люб, никаких «но». Вы заслуживаете лучшего. Я только обузой для вас стал. Ну, какой обузой? Что ты говоришь? Да, Арсений Павлович, пожалейте меня. Давайте больше не будем об этом. Прошу вас, пожалуйста, это очень важно. Я его уже месяц ищу. Боюсь, я не смогу вам помочь. Но вы же знаете, где он? Даже если это так, у меня нет разрешения сообщать адрес постороннему человеку. Я не посторонняя. Я его... Пожалуйста, напишите ему, чтобы он связался с Надеждой и Любой. Это очень важно. Хорошо. Здесь поговорим. Хорошо. Вот отказ от всех возможных претензий. Прочтите. Я подпишу при одном условии. У тебя еще и условия. Мне нужны контакты Игоря. Где он? Ваш юрист точно знает. И зачем тебе Игорь? Мама хочет его видеть. Узнали, что он теперь богатенький? Дело не в деньгах. Конечно, дело не в деньгах. С нас не получилось рвать. Может быть, с него получится. Например, за аварию или за поломанную руку. Вы опять меня не слышите. Я не знаю, где Игорь. Приходи в суд. Надеюсь, он там будет. Когда суд? 10 января. 10 января. Привет. Ты тоже неплохо выглядишь. О чем базар, дама? Заяву на меня решила накатать? Да нет, здесь кое-что другое. Дима? Да все нормально, мам. Давно у тебя головокружение? Тебе нужно пойти к врачу и сдать кровь. Какую кровь? У него отец умер, он переживает. Как ни странно, он тоже может чувствовать. Все, уходи. Уходи. Да все нормально, мам. Мамуль, ты знаешь, что скоро Игорь приедет? Я говорила, что он уедет в Америку на стажировку очень важную. Но к Новому году он приедет. Не ври меня, пожалуйста, не надо. Слушай, знаешь, какую я хочу детскую кроватку для малыша? Обязательно на колесиках, чтобы я могла ее к тебе прикатывать. Ты же будешь помогать мне с малышом? А то молодые мамы жалуются, что совсем не спят. Уже известно, кто будет? Пока нет. Но на УЗИ сказали, что ребенок развивается так, как надо, что все хорошо. Смотри. Вот фото у меня есть. Тут, правда, ничего не понятно. Я хочу, чтобы у тебя был мальчик. Еще я хочу отдохнуть. Все будет хорошо, мамуль.
Ты будешь самой лучшей в мире бабушкой. Ди, может, к себе пойдешь? Да, я сейчас пойду. Морозит что-то. Мы за эти месяцы не говорили с тобой почти. Ты то у друзей, то еще где-то, то спишь целыми днями. Ну, если хочется, мам. Учишься плохо и выглядишь действительно не очень. Дим, скажи мне правду. Ты что-то принимаешь? Мам, я ничего не принимаю, просто устал. Температура вроде невысокая. Нормальная. Нормальная. Значит, это нервы, да? Ты же переживаешь? Переживаешь из-за отца и из-за этой Любы. Мам, ну, я ведь правда без ее согласия. И это мой ребенок родится. Все, прекрати. Я даже слышать этого не хочу. Какие дети? Ты сам ребенок. Привет. Привет. Нашла? Отлично. Будем наряжать елку, как в детстве. Да? Да. Можно? Игорь здесь очень на тебя похож. Да. Здесь чуть больше. Дима раз в полгода присылал эти фотографии. Только такие отношения у нас были много лет. А это база отдыха. Дима туда с молодости ездил. Потом сыновей стал возить. Горюшке там очень нравилось. Красивое место. А может, он сейчас там? Так нужно съездить, проверить. Возьми меня с собой. Мам, ну как я тебя возьму? Ты еле на ногах стоишь, ну? Вы повестку в суд Игорю отправили? И вот еще бумаги вы просили, я подготовила. Ирина Антоновна, тут такое дело. Я теперь буду представлять интересы Игоря. Он меня уполномочил. Вот как? То есть, проще говоря, купил? Нанял? А я бы для начала хотел обсудить с вами варианты соглашения, чтобы мы обошлись без суда. Какого соглашения? Это деньги мои и Димы, и я своего добьюсь. Вы проиграете, только зря потратите время и силы. Игорь готов выплачивать вам ежемесячно определенную сумму. То есть вы предлагаете, чтобы каждый месяц я приходила на поклон к Игорю? Нет уж, спасибо, подачки нам не нужны. Нам нужна наша доля и наши деньги. У вас же такой огромный дом. Вот именно. У нас огромный дом. И этот дом, между прочим, надо содержать. Дима? Димочка? Дима, что с тобой? Дима? Дима? Дима, что с тобой? Дима? Дима, что вы стоите? Скорую вызывайте! Дима? 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 Ваш номер будет в конце коридора. Уже сможете заселиться. Вот, прошу вас. С Новым годом. Здравствуйте. Добрый день, девушка. Вы к нам бронировали? Нет, я бы хотела... Девушка, послушайте, ну, полное заселение. Новый год все-таки. Вы меня неправильно поняли. Я ищу близкого человека. Он может быть здесь, у вас. И как же зовут близкого человека? Игорь Свиридов Дмитриевич. Вы простите? Я Люба Кулик. Невеста? Нет, я его... В общем, родственница. Он мне очень нужен. Понимаю, понимаю. Послушайте, у него мама болеет.
Ирина? Нет, его родная мама. Вы знаете, где он? Так, что да, далеко же ты забрался. Я тебя уже 2 месяца ищу. Мама сказала, что ты можешь быть здесь. А как Надежда догадалась, что я здесь? Что случилось? Я вижу, у тебя спина уже не болит. Ты отлично ходишь. Спасибо, да. Не болит. Ты еще злишься на меня, да? За ту драку с братом? Нет, я вообще об этом не думаю. Я пытаюсь понять, зачем ты приехала. Это тебе. Что это? Это Ирина передала? Открой. Ух ты. Я никогда его у нас не видел. И фотографии этих тоже. Твой отец каждых полгода фотографировал тебя и отправлял твоей маме. Кому? Твоей родной маме. Почему вы раньше не обратились? Вы же видели, что он болен? Послушайте, когда раньше? У меня 3 месяца назад муж умер. Что все это значит? Это означает, что у Димы лейкоз. Причем в острой форме. Что? Какой лейкоз? Он молодой, здоровый парень, ему всего 23 года. Какой лейкоз? Лейкозу все равно, сколько человеку лет. Наверняка это ошибка. Перепутали пробирки, неправильно написали фамилию. Возьмите еще раз анализ. Возьмите 10 раз. 100 тысяч, сколько нужно? Возьмите еще раз! Возьмем. Возьмем. Только вы должны понимать, что вы сейчас не имеете права на истерики. Мы должны определить протокол лечения. Нам предстоит долгая и сложная борьба. Ты пока раздевайся. Одну минутку. Ма, мы приехали. Ты только не волнуйся, ладно? Тебе нельзя. Все хорошо. Все уже хорошо. Проходи. Я в магазин схожу быстро. Что-то вспомнила? Мама, да? Чуть-чуть, слезами, как говорится. Не поможешь. Что про маму вспомнила? Надежда. Ее звали. Звали? Нет ее больше. Я не помню, я не знаю. Чуть-чуть. Ты все вспомнишь. Главное, Вера.
Вера. Надежда. Любовь. Баба Вера. Мама и я. Любовь. Люба. Ты Люба? Кажется, да. А фамилия? Фамилия как? Я так часто поила тебя чаем. Каждый раз говорила себе, не смотри, не смотри. Теперь могу. А я вам... Вот, это я отдать хотел. Отец неплохо фотографировал. Если бы Дима был жив, он бы... Я... Даже не знаю, как все объяснить. Да, в принципе, оно все понятно. Ты не сердись на меня, пожалуйста. Я сама себя наказала, когда все поняла. У меня тогда уже Любочка родилась. Она часто плакала по ночам, капризничала. Я ее убаюкивала. А сама думала... А как ты там маленький был? Кто тебя успокаивал? Я Диме звонила, просила, чтобы он тебя не вернул, но он сказал, что тебе с ним будет лучше образование, больше возможностей. Он тебя очень любил. Что-то Любы давно нет. Магазины далеко, что ли? А когда ты за границу уехал на учебу, я с ума сходила. Я думала, как ты там один? Да я привык там почти. А когда узнала, что ты вернулся, я уговорила Диму взять меня в дом, чтобы я была ближе к тебе. К такому родному, такому взрослому. Но это оказалось пыткой. И... Ты прости меня, пожалуйста. Это только я виновата, что у тебя не было мамы. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Только я виновата, что... Что с вами? Что, плохо? Прости, прости меня, пожалуйста. Прости меня, только я виновата. Да, мам, плохо. Успокойте меня. Мамочка, мамочка, мамочка. Тише, 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 тише. Прости. Мама, спокойно, спокойно, спокойно. Тише, 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 тише. Прости. Спокойно, спокойно, спокойно. Прости меня. Все хорошо. Всю жизнь думал, что у меня нет мамы. Даже Димке иногда завидовал. Оказывается, мама всегда рядом была. Ты молодец, очень хорошо держишься. Я только отца не могу понять, почему он молчал все это время. Да кто же его знает? Так странно. У меня теперь есть мама, а я ничего не чувствую. Что, плохо тебе? Не, все нормально, просто тянет. Я понервничала. Так, давай собирайся, я тебя к врачу отвезу. Да. Сейчас такси вызову. Ну, тонус небольшой есть. Нервничать нужно меньше и беречь себя. Но это не про нее. Ну, в остальном все в норме. Папаш, пол уже виден, сказать? А это мой брат, дядя малышу. Причем с обеих сторон. Да.
Мальчик у вас? Мальчик. Я так и думала. И мама угадала. Извините, я опоздал. Арсений Павлович, у вас же лекции. Я отменил. Ну что, рассказывайте, как у нас тут дела? Плацента в норме, кровоток? Папаш, полегче, сейчас все напишу. А это тоже не... это врач. Чуть-чуть. И папаша тоже. Забыла вас представить. Это Игорь, мой брат, а это Арсений, мой... Будущий муж. Это благодаря вашим упражнениям я уже почти бегаю. Я думаю, это благодаря Любиной настойчивости. Да, она такая, может достучаться до любого. Я хотел бы узнать по поводу лечения и диагноза Надежды. Ну, там сложная ситуация. Я оплачу любое лечение, даже если за границей. Операция исправит только проблему физиологии, а вот желание жить не прибавит. Мама грызет себя за старые ошибки и очень тоскует по твоему отцу. И что же теперь делать? Как ей помочь? Не знаю, может быть, попробовать убедить ее жить ради вас, ради детей, будущих внуков. Скоро Новый год, но только у меня дежурство, его не отменить. Мама одна, получается, будет. Может, ты с ней побудешь, а? Поговорите. Я? По поводу судов, я так понял, это будет в январе. Там меня не будет, вместо меня будет другой человек. Да, я в курсе, что ты нанял юриста. Динка в больнице. Что? Даже не навестишь? А что с ним? Что, серьезное? Что-то. У него лейкоз. Извини, я не знал. Да тебе всегда было на нас наплевать. Столько лет вместе прожили, а кроме ненависти, ничего не заслужили? Каждый получает по заслугам, твои слова. По каким заслугам? По-твоему, я получила по заслугам, что твой отец нас с Димкой без копейки оставил? Или, может быть, справедливость в том, что ты здоровый и богатый, а мой сын сейчас, вот прямо сейчас? Давай обсудим. Что обсудим? Что? Как он умирает? Уходи, Игорь. Видеть тебя не могу. Чтобы ноги твои больше в нашем доме не было. Нравится? Я знал. Знал, что понравится. Очень. Вы останетесь встретить? Да? А я знала. Ух ты. Спасибо. Ты сама вышла? Когда успела? На дежурстве, когда не спалось. Спасибо. Я очень рада, что мы... Что вы тогда сказали? Ты. Ты сказал. Да, ты. Я понимаю, ты шутил тогда на УЗИ про папашу. Ты что? Я не шутил. Я не шутил. Я очень рада, что мы встретим вместе. И ведь с кем встретишь? С Димой. Ты чего?
Я такая глупая. Всегда плачу, когда счастлива. Ты удивительна. Прости, пожалуйста. Давно ждешь? Там просто один студент, как назло, понимаешь, не мог зачет сдать. Вы очень строгий педагог, Арсений Павлович. Я вас так люблю. Посмотрим, как еще ты зачет сдашь. Пойдем. Пойдем. Сегодня мы празднуем рождение новой семьи. Подтверждаете ли вы свое намерение вступить в законный брак? Вы, Арсений Павлович? Подтверждаю. Вы, Любовь Алексеевна? Подтверждаю. Молодые, поставьте свои подписи. Берете мужа? Да, теперь буду Бирюкова. Теперь обменяйтесь кольцами в знак любви и верности. Мое уже со мной из-за отеков не налезает, но после родов я обязательно надену. А на твоем есть надпись. Добрая душа, большое сердце. Да. Значит, вот как. Режим нарушаем, да? Такой повод, а вы хотели все от нас скрыть, да? А я с первого дня знала, что вы поженитесь. С нас причитается. Теперь, с вашего позволения, мы поменяемся с вами местами. Теперь мы будем за вами ухаживать. Так, это каравай, наш подарок. Берите нож, Арсений Павлович. Берите, пожалуйста. Только наших девушек не смущайте своей улыбкой. Не режьте их без ножа. Как жених оценил кольцо? А, так это я вам обязан такой красотой. Главное было не испортить сюрприз. Скажите, а вы можете сделать такую же надпись на кольце моей жены? Непременно. Вы прямо два сапога пара. Ой, какой горький компот. Горько! 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 Мам, ну что, можешь меня поздравить? Да, идите. Я теперь Любовь Алексеевна Бирюкова. Я очень рада за вас. Вот приедете, мы по-настоящему отпразднуем. Арсений как раз затеял ремонт. Такую смешную детскую сделал. Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Меня готовят к операции, но Игорёша лучше всякого доктора. Он меня успокаивает, а то я тут немножко боюсь. Да наговаривается. Оптимизм у нас в крови. А вы, если бы не затянули бы с росписью, со всей вашей работой? Да, беспробудный. Вот-вот. А так и правда уже. Вернемся и тогда уже закатим пир на весь мир. Мам, у тебя все пройдет хорошо. Слышишь? Да.
И тебе легких родов. Я тебя очень-очень люблю. И я тебя, мам. Пока. Переживаю за маму. И сама, если честно, боюсь перед родами. Не стоит. Это нормально. И перед родами, и перед операцией. Все будет хорошо. Давай, помогу. Скоро сидя придется спать. Уже никуда не помещается живот. Ой, так намного лучше. Спасибо. А ты тоже с первого дня знал, что мы поженимся? Нет, ну я со второго. Я серьезно. На самом деле, в тот день, когда на зачете уснул, а ты не стал будить, пожалел. Люб, мне нужно будет скоро уехать там, по интернатским делам. Ты обменную карту когда сделаешь? Сделаю. Пока ты не уехал, и у нас целый свободный выходной, поедем вместе. Куда? Куда обещал. Завтра поедем. Ну, раз обещал, куда я денусь? Тебя что, укачало? Выглядишь неважно. Я что-то Ирину вспомнила. Ходят слухи, что она прекратила судиться с Игорем. Неужели совесть замучила? Ты что-то об этом знаешь? Да. Дима серьезно болен. У него острый лейкоз. Прошел уже 3 курса химии. Как? А давно ты знаешь? Игорь знает? С декабря. Игорь оплатил лечение брату через своего юриста. Почему мне никто не сказал? В твоем положении волноваться нельзя. Люб, может, отменим поездку? Нет, нет, нет. Едем дальше. Просто жаль, Дим. Ну, у тебя есть я, а у меня ближе тебя никого нет. Я знаю. А улица Садовая, дом 3, кажется. Что такое, Люб? Ну вот, приехали, Люб. Может, в следующий раз, после родов? Ну, приехали же уже. Ну и потом, это такой эмоциональный момент. Не нравится мне все это. Я так счастлива, что у меня такой чуткий, заботливый муж. Хочу, чтобы он меня такой увидел, понимаешь? Счастливый. Идти сможешь? Даже бежать. Ой, ну, бежать это я погорячилась. Да уж вижу. Да. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, а вы кто будете? Я Люба. Люба Кулик. Дочь Надежды Кулик. Помните такую? Я понимаю, я как снег на голову. Просто я очень хотела вас увидеть. А зачем это? Мама, она сейчас лечится за границей. А меня это как касается? Что-то я не понимаю. Я знаю, вы с мамой плохо расстались, и она вам наговорила всякого. Просто я... Люба, ваша дочь. Моя, да? У меня не так много родственников, и я очень хотела с вами познакомиться. Так, до Надежды мне много лет никакого дела. Тут дочь, тут... Дальше-то что? Ну, а если даже и отец? Взять с меня нечего.
трёшь? Ты ведь за этим приехала, чтобы маме деньгами помочь? Нет, а? не этим. А что тогда надо? Лёш, проводить гостей или сами дорогу найдете? Помолчать можно и в другом месте. Да. Нечего вам тут. Столько лет, как говорится, не знали, и дальше. Ну, что вы молчите, говорите. Улучшения от химии, увы, нет. Диме срочно нужен донор костного мозга. Проверьте меня. Пожалуйста, попробуйте меня. Я же вам уже говорил, что вы не подходите по возрасту. Хотя бы попробуйте. Ирина, это невозможно. Вы же хотите спасти сына. Неужели так сложно найти донора? Мы ищем. Ищем. Но поиск результатов пока не дал. А время идет. И неизвестно, сколько его еще понадобится, этого времени. Его, можно сказать, вообще нет. Ирина, послушайте, услышьте меня. Что бы там ни произошло, попросите Игоря о помощи. Мы долго решали, что нужно делать. А потом пришел врач. Что ж такое? Ой, извините, пожалуйста. Ничего, бывает. Алло? Да, обменную карту вот уже взяла. Но я не буду рожать, пока ты не приедешь. Да, потерплю. Я очень скучаю. Люблю тебя. Пока. Добрый день. И когда тебе рожать? На консультации сказали вот-вот. Ирина Антоновна, вам чем-нибудь помочь? Да. Проводи меня до машины. Конечно. Я поеду с вами. Спасибо тебе, что не оставила меня одну. Я только успокоительными и спасаюсь. А так бы, наверное, сошла с ума. Все будет хорошо, он поправится. Нужен донор, а его не могут найти. Ты не знаешь, где Игорь? Он сейчас в Германии с мамой, у нее там операция. С мамой? С какой мамой? С твоей мамой? Почему? Она его мама, а он мой брат. Разве он вам не сказал? Что? Вот это да. А вот это да. Значит, меня все время обманывали. Все меня обманывали. Я могу позвонить Игорю, спросить насчет анализа. Спросите. Что спросите? Нет времени. Дима умирает. Некогда спрашивать, некогда ждать из Германии. И надежды никакой на этот банк доноров. Знаешь, что они сказали? Вот в таких случаях мы советуем сохранять стволовые клетки новорожденных. Смотрите, у нас целый банк для хранения. Вот только никто не подходит. Моему Диме никто не подходит. Можно мне, пожалуйста, воды? Воды? Да, очень душно. Воды, конечно.
Конечно, воды. Опять где-то телефон оставила. Ах, Люба, Люба. Кто будет? Мальчик? Девочка? Мальчик. Мальчик, пей. Спасибо. А вот мой мальчик. Мой мальчик. Люба, ты же понимаешь, что возможно это решение. Возможно, стволовые клетки твоего ребенка подойдут для Димы. Что, простите? Где ты собираешься рожать? Я не понимаю, почему мы это обсуждаем. Ты как медик должна понимать. Это шанс. Это шанс для моего сына. Возможно, эти клетки ему подойдут. Люба, Люба, это решение. Это все решение. Это... Так, значит, ты будешь рожать в клинике, а в частной, там, где лежит Дима. Я... оплачу роды, оплачу самую лучшую бригаду. Это же Димин ребенок, да? Ирина Антоновна, понимаете, что это ничего не гарантирует? Но это же Димин, Димин мальчик. Это Димин ребенок, но нельзя использовать ребенка как донора для взрослых. Да, ребенка нельзя. Но вот кровь, пуповинную кровь можно. Вы для этого меня пригласили. Вы же первые кричали, что это непонятно, чей ребенок. Вы аборт меня просили сделать. Люба, он уже наказан. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Хочешь, я на колени встану? Вот, пожалуйста. Вот, я встала на колени. Я Диму давно простила. Простила? Тогда спаси его. Спаси его. Простите, мне же... Откройте окно, пожалуйста, мне нехорошо. Пожалуйста, ну что ты хочешь? Хочешь денег, я заплачу тебе денег. Сколько угодно заплачу. Не надо денег. Не надо, мы все решим. Да я что угодно сделаю, Люба. Мы все устроим. Игорь, мне... Да на, пей. Не надо. Конечно же, мы все решим, мы все организуем, конечно. А где мой телефон? Ты только успокойся. Чуть-чуть кружится голова, да? В машине. В машине, хорошо. Пойдем в машину. Конечно. Нет, что? Пойдем, пойдем. Тихо-тихо, держись. Держись меня. Спокойно, я тебя держу, тихо. Я тебя держу. Слушай, не службу, а в дружбу. Жена моя на связь не выходит. Может быть, телефон где-то оставила или роды начались. Если вдруг поступит к вам в роддом, сразу набери. Добро? Спасибо. Как там Дима? Понятно. Я сейчас приеду к вам с девушкой, беременной от моего сына. Я не знаю, как вы будете ее уговаривать или силой возьмете эти клетки, но вы попробуйте спасти моего Диму. Все, мы едем. Где мы? Что мне подсыпали? Башка разрывается. Остановите. Остановите, меня тошнит. Мне надо выйти.
слышите? Остановите. Мы едем в клинику. Родишь, и возьмем у тебя все, что нужно. Это не только твой ребенок, но и Димин. Выпустите меня! Тихо, куда ты? Куда ты? Ты, я сказал, стой! Люба, господи, как ты нас напугала? Что ж ты кричала-то так? Ребенок. У меня ребенок. Да. Ты недавно родила. Где он? Где мой ребенок? А ты не помнишь? Ах ты мой маленький. Вот так, молодец, хорошо пукаешь. Грибочек из корзиночки. Сейчас мы наш пупочек протрем. Вот так, вот так. Фу. Давай, вот. Вот и все. Вот Зоя, все. Да. Я это, Карина машину взял, сказал, в магазин надо. Едем, Зоя. Вот так. Ну, надо ехать. Тебе надо, а нам не надо. Нет, лучше съезди, люльку купи. Не в корзине же ему спать. Зоя, какая люлька? В полицию надо. А то ведь скажешь, что это, что мы... Украли ребенка! У кого-то мы его украли, если он брошенный лежал. Еще спасибо должны сказать, что в лесу умирать не оставили. Так, а если ищут его? Кто? Что-то мамаша уже второй день не появляется. Вот объявится, я тогда с ней поговорю. Зоя, так нельзя. А так можно. А так можно. Брошенный он был. Несколько часов там один пролежал. А что твоя полиция? Приедет, заберет. И в приют. Куда надо, туда и... Леша. Мы в Лебяжье выпечку возим в интернат. Ты бы послушал, как там дети плачут. За километр слышно. Не спорь со мной, пока я его выхаживаю. Лучше съезди, люльку привези, да смесь другую. Ему это не нравится. Конечно, малышу что, сиська мамина нужна, а тут такой дает, да? Все, если мать не найдется, все равно надо в полицию заявить, оформить как-то, что нашли мы его. Я должна ехать. Должна ехать к ребенку. Куда ехать? Где он? Ты же говоришь, что ничего не помнишь. Нет. Не помню. Господи, что со мной? Тебя машиной сбили, потом привезли и оставили здесь. Да. Машина. Помню, большая машина едет на меня. А ребенок? Одну тебя привезли. И как долго я здесь? Второй день. И что, меня никто не ищет? Пока никто. Но мы клич в полиции вроде как бросили, так что ждем. Понимаете, жена пропала. Ее два дня уже никто не видел. Я в другом городе был, а она на связи. Мужчина, чего кричите здесь? У меня жена пропала. Я был в другом городе и не могу никак дозвониться, уже второй день. У соседей спрашивали? У соседей, у знакомых, у всех уже спросил. И вот даже все роддомам звонил, она родить должна сейчас. Беременная. Дай ему листочек, ручку, пусть напишет заявление. Есть еще какие-то приметы? Она кольцо на цепочке носит. Там написано «Добрая душа, большое сердце». Вы тоже напишите в заявление. Не волнуйтесь, найдем вашу жену. Спасибо. Ну что такое, Люба? Болит сильно. А, так это у тебя молоко прибывает, дурёх. Я сейчас скажу санитарке, она придет и поможет тебе расцедиться.
Я совсем не помню, как рожала. Кажется, что-то плохое случилось. Кто же его знает? Про маму ничего не вспомнила? С мамой тоже что-то плохое. Еще у меня была цепочка. Да, кольцо на цепочке. Кольцо? Обручальное? У тебя муж есть? Жених? Наверное. Но кольцо ценное. Так, может, на тебя напали? Грабители? Может. Может, это они забрали ребенка? Господи! Здрасте. Можете помочь? У меня жена пропала. Позавчера она была здесь, в женской консультации. Примерно в 3 часа. Вот ее фотография. Может, узнаете? Ну-ка. А вы знаете, стояла тут, похожая, по телефону щебетала. Еще кофе у меня из рук чуть не выбило. Да, точно. Она мне звонила, когда выходила. А что было дальше? Может быть, она что-то сказала? Может быть, вы слышали? Вы знаете, тут еще женщина, да, женщина стояла. Плохо ей, что ли, стало? Так ваша ее под ручки к машине повела. А как женщина выглядела? Может быть, машину запомнили? Женщина, ну, такая лет 50, блондинка, холеная такая, а машина красная была. Ирина. Ну что ты дрожишь? Тут работают лучшие специалисты. Они эти операции каждый день делают. Мне сон нехороший приснился про Любу. Душа не на месте. Нервничаешь. Это нормально. Перед операцией все нервничают. Сынок, пообещай мне, что если со мной что-то произойдет, ты Любу не бросишь. Зачем ты так говоришь? Ну, правда. Мне так будет спокойнее. Ты у меня хороший. А я счастливая, что таких детей родила. Ну вот и не думай о плохом. Внука кто будет нянчить? Внуков. Позвони ей. Мне кажется, она рожает или уже родила. Нет сети. Ну вот. Ну если она рожает, ей точно не до телефона. Наберу Арсения. Привет, ну что вы там? Родили уже, а то мы переживаем. Да нет пока. Как только, сразу сообщу. Так что, Люба не в роддоме? Нет. Почему она на связь не выходит? Мама волнуется. Так она... Вечно телефон теряет. Слушай, Игорь, я в дороге, мне сейчас неудобно говорить. Я позже наберу. Точно все нормально? Да точно, точно. Давай. Что? Не родила еще. Ждем. Чего? Еще садиться пойдем? Я тоже катала тележку. Может, коляску? Не, с бельем. Санитарила, что ли, где? Наверное. Ирина Петровна, ну ты где? Давай скорей. Вас зовут Ирина? Редко. Петровна, я давно. Иду, иду. Пей, пей. Сколько тебе денег? Сколько тебе нужно денег? Я все, что угодно сделаю. Давай, давай, идем. Просто кружится голова. Я тебе помогу, и мы все решим. Конечно, мы все решим. Мы все с тобой решим. А может, она преступница в бегах? И ребенка своего где-то прикончила, а? Ну и сейчас ничего не вспомнит. Ей так удобно. Ну, конечно, преступница.
Ребенка прикончила и с горя под машину бросилась. Не, ну это ж как версия. А если водила, который ее сбил, и вам подбросил, может, ребенка с собой забрал? Зачем? И она говорит, что одна была, когда машина на нее. А если с ребенком все же? И его. Да, дикая история. И родила, и ребенка не пойми, где потеряла. А по вашей части? Не было про ребенка? Может, было заявление о подкидыше каком-нибудь? Может, нашли такого где-то? Напасть на нее могли. У нее пропало ценное кольцо. Значит, про кольцо она помнит. А где ребенок, нет. Так, а ну давайте, зовите ее. Сейчас опрашивать буду. Люба! Любочка, участковый наш приехал. Ты только не волнуйся, расскажешь ему, что помнишь. А вы к кому? Мне нужна Ирина Свиридова. А ее нет. Позовите, или я приеду с полицией. А их никого нет. А я пока за охрану. Куда уехала Ирина? Так напали же на нее. Стукнули по голове. Покушение, что ли, было. А кто напал? Неизвестно. Полиция разбирается. Когда это было? Позавчера. У меня в тот день отгул был. Самому бы понять, кто ее. Значит, Люба, не помню фамилии, вообще ничего. Постарайся. Кажется, я меняла фамилию. Угу. Или нет? А как насчет ребенка? Как сюда попала? Вообще ничего? Всякое бывает. Вот недавно дело гремело. Родит, а потом ребенка на продажу. Как донора органов. Да ну вы что? Донора? Мы едем в клинику. Родишь и возьмем у тебя все, что нужно. Это не только твой ребенок, но и Димин. Выпустите меня! Я ж куда? Спокойно! Ну вас с вашими расспросами. Не готова она пока, видите? Такое пережила. Что ж? Ну я должен! Завтра. Приходите завтра. Люба. Любочка. Выпей. Попей. Попей. Молодец. Пей. Спрячьте меня. Я... Не говорите ей. Что не говорить? О, моя хорошая, а у нас жар начался. Родовая горячка. Ничего, так бывает, когда приходит молоко. Спрячьте меня. Спрячьте. Я человека убила. В городской больнице сказали, что Ирина Свиридова сюда привезли, в вашу клинику. Ну, да, я семейный врач Свиридовых, это я настоял. И уход здесь будет в разы лучше. Ну, как она? Ее нашли за городом в машине с травмой головы. А больше в машине никого не было? Не знаю, вам лучше в полиции поинтересоваться. А можно с Ириной поговорить? Ну, вы же знаете, в каком она состоянии.
Поймите, у меня просто жена пропала, она беременна. А Ирина — это последний человек, с кем ее видели. Ирина, я вас очень прошу, скажите, где Люба? Я рассказал о вашем звонке, когда вы сообщили, что везете беременную девушку. У меня не было выбора. Мой сын без донора умрет, и вы это прекрасно понимаете. Вы везли ее в клинику. Дальше что было? На вас напали? Что случилось с Любой? Она ударила меня по голове и убежала. А где это случилось? По пути в клинику? Полиция точно знает. И что? Вы не могли ее отговорить, что ли? Это же дикость. Вести насильно. Я спасала сына. А ваша Люба меня чуть не убила. Он должен жить. Слышите? Он должен жить. Я понимаю. Ситуация сложная. Но, пожалуйста, свяжитесь с Игорем. Возможно, это последний шанс для Димы. Жар спал, но это не значит, что тебе скакать нужно. Надо что-то делать, искать его. А где же его искать-то? Давай по шагам. Та женщина, которая угрожала ребенку, где это было? В доме? В доме. Нет, в машине. Мы ехали в машине, потом я ее ударила и сбежала. Где это было? В городе? Нет. Я бежала по лесу. Ты просто убегала или бежала куда-то? Кому-то, кто мог помочь? Я не помню. Мама. Моя мама болеет. Так. А отец твой где? Отец есть? Кажется, да. Привет соседям. Куда пропали? Дома мы. А я уж думаю, совсем вас не видно. А Зоя-то где? Да приболела. А кто это там у вас? Плачет, что ли? Да кошка чудит. Зоя поправится, зайдет. Бывай. Тихо, грибочек. Успокойся. Да. Давай потише, а? Соседи уже на улице слышат, спрашивают. А что я могу? Не берет он соску. Мамка ему нужна. Придумала тут. Животик у него болит. Да, маленький. Животик у нас болит. Да. Все прекращает. Тихо. В город поедем к доктору. Его надо. Леш, да не гунди ты. Не гунди, я сама понимаю. Ну, отвезем мы его в больницу. И что? Так же соску сунут, если он орать будет, и все. Откуда это у нас? Малый был завернут. Забыл, что ли? А что? Вроде видел я ее. Сейчас у многих такие. Тихо, мой маленький, тихо, мой хороший. Кажись, Люба в такой была, помнишь? Ну, вспоминай же, это ж бабские дела. Ты не ори, Лёш, на меня. Я в лицо той девахе смотрела, а не на кофточку. Сходство с тобой искала. Чё ты? У меня уже вот это все где. За 10 лет не сподобился на мне жениться. А тут дочки всякие. Ты ж сама в ЗАГС не хотела. Удалось что-нибудь узнать по поводу Ирины Сириновой? Да, коллеги быстро ответили. Смотрите, машина, та, которая была на месте нападения, ее увезли на спецстоянку. И сейчас пытаются открыть уголовное дело. Против Свиридовой? За похищение? Нет. А нападение на Свиридову? Вы понимаете, что спросят с вашей жены, когда ее найдут? Да вы что? Послушайте, Свиридова напишет заявление, кто на нее напал, и тогда
Да, она не посмеет написать заявление на Любу. Посмотрим. Смотрите, я еще попросил список того, что было в машине. Телефон, который не принадлежит Свиридовой. Марка здесь написана. Ну и цепочка порванная с кольцом, с надписью. Ну да, у Любы был такой телефон. Подождите. Порванная цепочка, телефон, оставленный в машине. Кто на кого нападал? Так, вы успокойтесь, мы разберемся во всем. Да вы не понимаете, она могла от такого стресса родить. Только почему я в роддомах-то не нашел? Где она может быть вообще сейчас? Сейчас она может быть где угодно. Она же проломила голову Свиридовой. Да она мухи не обидит. О! Здорово, Лех. И тебе не хворать. Как дела? Как сажа бела. Кобылка, видишь, не хочет бегать. А надо? Преступника искать или потерялся кто? Да нет, у нас в районе вроде все тихо. А где не тихо? Ну, произошло что интересное. В соседнем районе девчонку молодую в больницу подкинули, представляешь? Машина ее сбила, а походу сам водила ее и привез. И сбежал. Где теперь искать гада? А она? А че она? Не помнит ничего. Ни имя, ни фамилии. Ничего. О, дела. Да. Слушай, она ж только родила, а дитё где-то потеряла. Ну, или выбросила. Бабы пошли. Дитё искать будут? Да понимаешь, ждут, когда память к ней вернется. Хотя чё ждать? Я бы на их месте прочесал весь район, все поселки. Может быть, дитё-то кто-то тамошний не нашел? По своему району искать будут. А кто его знает, откуда ее в больницу привезли? Может, и будут. Может, и наш надо проверить. А ты это, чё ты интересуешься-то? Так это скучная шуна жизнь в районе. Да лучше уж скучная. Слушай, я вот... Подержи вот так. Ага. А я завести попробую. Вот так. Давай, 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 давай. Ага. Давай. Держишь? Да, да, да. Не спеши. Ну, как тебе первая прогулка? Вроде бы отлично. Как ты себя чувствуешь? Болит? Водишь меня как маленькую. А я тебя первым шагам не учила. Ну, Люба совсем недавно учила. А не успеем оглянуться, так время пройдет, что внука будешь водить. Я не понимаю, почему так долго нет никаких новостей? Арсений звонил. Ты как чувствуешь? Алло, Игорь, ты можешь приехать? Срочно, первым же рейсом. Без тебя тут не обойтись. И по возможности там с Надеждой аккуратнее, вот. Жду. Что? Что-то с Любой? Нет, нет. Ее отвезли, она рожает. Отпустишь меня на несколько дней? Я с тобой, мне уже лучше. Куда ты? Ты только после операции, тебя даже в самолет не пустят. Ты можешь мне объяснить, что случилось? Ничего не случилось. Но если ты будешь так нервничать, то я никуда не поеду, потому что тогда в этом всем нет смысла никакого. Хорошо, я не буду. Все. Езжай. Со мной уже ничего плохого не произойдет. Я сразу вернусь. Угу. Хорошо, что вы у меня есть. Эй, молодой интересный, навестить кого пришел? Нашла молодого. А по мне так самый раз. Ну чего ты кому? Не припомню. Ты к ней, что ли, пришел? Знаешь ее?
кто-то знакомый там? Кажется, нет. Подождите. Вот, Люба интересуется. Вы к Любе, да? Вы ее знаете? Нет. У нее потеря памяти. Она вспомнила только имя. И мы ждем. Может, кто придет за ней. Ты сказала же, нет, ну... А вдруг это тот гад, который ее сбил и бросил? Да вы что, я... Точно. Потянула на место преступления, да? Просто обознался. На дочку мою похоже издали. Подумал, нет, нет. Да и моя в городе живет. А что с ней? Ребенка потеряла. Или украли. Или сама избавилась. Кто ж знает. Натворила делов девка. Что-то вспомнила? Мужчина. Другой. Молодой мужчина, и он мне очень дорог. А этот? Это очень знакомое лицо. Но я помню только дорога, и мы куда-то едем с тем, куда... Этот мне странным показался. Может, он как-то связан с той женщиной? Как его зовут, сказал? Нет. Я не догадалась. Свириденко на выписку, Петровна. Готовим. Свириденко? Свиридова. Свиридова. Свиридова Ирина. Свиридова Ирина. Так звали ту женщину. Точно, точно. Я вспомнила. Тише. Давай так. Я попробую осторожно узнать. Ну, следователя, может, что там с этой Свиридовой. Спасибо. Ты отдыхай пока. Спасибо вам. Вы настоящая добрая душа. Люба, что-то еще вспомнила? Кольцо. У меня на шее на цепочке было кольцо. И там написано «Большое сердце, добрая душа». Мое кольцо. Я нашел ее. Тихо, тихо. Люба это. Любин ребенок. Мне это в голове не укладывается. Ты уверен? А ты думаешь, у нас тут девахи толпами бегают, рожают и бросают? Ну, она же за 50 км отсюда. Ее туда привезти могли. Гад что сбил. Хорошо, что не на обочине бросил. Вот почему она рожала на улице, почему бросила его, я не знаю. Или не на улице. А ребенка у нее отобрали, сюда подбросили. А Любу силой увезли. У нее же голова пухнет. Нет. Никуда я его не отдам, пока она сама не расскажет, почему все так. Полиция будет окрестные поселки осматривать, до нашего доберутся. Ну и пусть. А вдруг Люба от кого-то убегала? От опасности. А ребенка оставила, чтобы спасти. Да от кого? Подожди, а может, этот мужик, который с ней приезжал, как-то причастен? Может, с матерью что случилось? Адрес бывший есть? Да, адрес-то найти можно. Понять бы. Так, ладно, пока не разберемся, что к чему. Малыша у нас оставим. Поверить не могу. Ирина совсем с ума сошла. Ну, у нее своя правда на сына спасает. Так что сейчас едем в клинику, сдашь тест на донорство. Что, если бы Люба была с нами, она бы сказала то же самое. А почему она мне сама не позвонила, если все так плохо? Болезнь близких многих кого сводит с ума. А тут еще злоба, обида. Думаю, что она просто не смогла переступить через себя. Мне очень жаль, что Люба пострадала.
Мы ее обязательно найдем. Чем я могу тебе помочь? Да я уже поднял, кого смог. Нам известно место, где Люба сбежала от Ирины. Так что будем прочесывать, пока не найдем. Я общался с врачом. Сегодня сдам тест. Спасибо. Как твоя мама? Люба рассказала. Все хорошо. Операция прошла успешно. И с Димкой тоже все будет хорошо. Будет. Любу нашли? Пока нет. Прости меня. За все прости. Отсмотрели камеры на заправке. На одной видно, что машина Свиридовой отъехала, ну, и остановилась где-то здесь. Да, но на момент, когда Люба покидала машину, был, к сожалению, перекрыт другой машиной. Так что куда она побежала? Но бежать здесь можно в разных направлениях. Ну вот сюда она могла побежать, вот. Так, парни, давайте распределяться. Смотрите, вы прочесываете вот этот лес, так? А я беру вот этот квадрат. Хорошо, я тогда буду объезжать вот эти вот поселки. Кстати, Свиридова отказалась заявлять на Любу. Ну, к чему ты? По требованию можешь забрать вещи жены. Телефон, кольцо. Голениха? Голениха. Коль, вот я идиот. Хозяева, у вас тут открыто. Можно войти? Это ты куда? Куда это ты? Здрасте. Вы меня не помните? Вы тогда не назвались. Меня Арсений зовут. Люба не у вас? Она не появлялась с той последней встречи? Нет. А вы в дом не заходили? Нет. Люба пропала. Она убежала от женщины, у которой, в общем, там неприятный инцидент случился, и Люба может думать, что ее разыскивает полиция. О, ищут как преступницу? Ну, и как пропавшую тоже. В общем, я подумал, если бы она захотела спрятаться, она бы пошла к вам. А с чего бы это? Мы не особо задружились тогда. Да я просто подумал, может быть, вы... Ладно. Здесь постойте, я у жены спрошу. Может, когда меня не было. Извините. А? Да что это такое? Как себе домой? Нету жены дома. И Любы вашей тут не было. Ну, сами подумайте, с чего б ей сюда идти-то? Я ей кто? А ты ей кто? Я так и не понял. Муж, что ли? Она родить тебе, что ли, должна? Да. Дурак я последний. Оставил ее одну. Извините. Ну, в Голенихе ее нет. Игорь. Я думал, может, она у отца, но нет. Я поеду дальше по поселкам, значит. А,
Ну, конечно, ты прав. Заеду в местную полицию, раз уж я тут. Давай. Страшно. Прячемся. Гуляем. А. Ты же видел, кто приходил. Испровадил его. Хотя сперва хотел сказать ему про мальца. Дома вас не было. Вот растерялся и... И правильно сделал, что не сказал. Возможно, это он Любу обидел. Она убежала, а он ее ищет. Ой, знаешь, по виду... Да. Вроде нормальный. Переживает за нее. Леш. Кто знает, что между ними делается, а? Возможно, это он сказал, чтобы Люба ребенка выбросила. Мало ли что. Фу, по-дурацки все. Я вот даже контакта у него не взял. Вечно ты забьешь меня. Конечно. Мужики глупости понаделают, а бабы виноваты. Да, Надежда. Здравствуй, Арсений. Ну что, как Люба? А, все хорошо. Ждем. А что ж так долго? Ну, это первые роды, они бывают до суток. А, ну да. Я и Игорёша тоже долго рожала. А Любочка сразу выпрыгнула. А что ты молчишь? Ты от меня что-то скрываешь? А нет, все хорошо. Вы как себя чувствуете? Все хорошо. Как только врачи позволят, я сразу к вам. Вот, отличный настрой, хорошо. Надежда, мне пора. Будут какие-то новости, я сообщу. Угу. Я тут многое понял. Так лежишь сутками под капельницей и не знаешь, будет у тебя завтра. Думаешь о том, как глупо прожил. Тебе сейчас о будущем нужно думать. Я сам виноват. Ты вечно обитый, вел себя как идиот. Так, давай, прекращай с этим разговором. Кто мне еще свадьбу обещал испортить? Прям-таки обещал. Что, уже невеста есть? Ну, ради такого случая найдется. Лады. Постараюсь не умирать до твоей свадьбы. А Люба как? Родила уже? Нет. Ты считаешь, меня это никак не касается? Я считаю, что Люба замужем за хорошим человеком, и она счастлива. Да я не собираюсь влезать. Ну, просто приятно знать, что у меня будет сын. Что после меня кто-то останется. Так, ну ты совсем уже раскис. Давай, возьми себя в руки. Я еще на твоей свадьбе тоже гулять хочу. Все нормально будет. Да, громкая история уже и до нас докатилась. А вы езжайте к соседям в район. Они вам про нее все и расскажут. А я эту девушку в глаза не видел. Спасибо. Всего доброго. Такая вот история.
Все нормально будет. Давайте я вам помогу. Спасибо, дяденька. Присаживайтесь. Сам я уже вряд ли бегать буду. А ты поправишься. Врачи у нас лучше, чем в городе. И это не только потому, что каждый кулик свое болото хвалит. Я медик. Я работаю в доме престарелых. Меня зовут Люба Кулик, а моего мужа зовут Арсений. И мы работаем вместе. Вспомнила? Молодец. Да. Я ударила Ирину. Потом бежала по лесу. Живот уже очень сильно хватало. Все как в тумане. Мне кажется, я тогда вообще ничего не соображала. Так, так. Дальше. Роды и никого вокруг, только поле, лес. Ребенок появился, потом послед, пуповину я перегрызла. Что было дальше, Люба? Я его обняла, и мы лежали, я его в кофту завернула. Потом я подумала, что скоро ночь, и надо идти к людям. Идти было очень тяжело. Я испугалась, что я его уроню, и я оставила малыша в ветках. Он так сладко спал. И ты? Я потом пошла на дорогу, указатель Голениха. Там живет мой отец. И я от Ирины сбежала, когда этот указатель увидела. Значит, ты двигалась в сторону поселка к отцу? Да. А потом эта машина. О, Господи, что я натворила? Я оставила ребенка там совсем одного. Тише, тише, детонька. Ты была в шоке. Плюс стрессовые роды, помутненное сознание. Ну за что себя винишь? А ну прекрати. Мы сейчас поедем в полицию. Малыша будут искать. Голениха, соседний с нами район. Хватит, Люба. Хватит, слышишь? Даст Бог, нашли его. Нашли. Спасли. Слышишь? Спасли его. Давно ждете? Что ж заснули? Простите, просто 3 дня не спал. Я к вам по поводу девушки, которую нашли. Возможно, это моя жена. Я искал в соседнем районе. Мне подсказали, надо идти к вам. Жену, значит, ищете? Да. Люба зовут? Да. Люба Кулик. Будущая Бирюкова. Мы недавно поженились. Ну, может, и она. Я, когда ее допрашивал, она только имя помнила. И, кажется, говорила, что фамилию меняла. Фотография есть? Да. Вот. Точно она. Только она сейчас без живота. Так, давайте так и запишем, что ваша жена Любовь. А ребенок, что с ним? Так не было с ней ребенка, когда в больницу попала. Вроде подкинули ее, а там не знаю как. Подождите, а где ребенок? Так а кто же его знает?
память-то я отшибла. Поехали в больницу, скорее! Не суетитесь, гражданин, но я, между прочим, на службе. И машины нет, напарник забрал. Сядь. Поехали на моей! Поехали! Идите колотите. Вы кого-то ищете? А, скажите, в этом доме живет Надя Кулик с дочкой? Много лет не общались, раньше вроде тут. Ну да, тут еще. А Надежда сейчас дома? Какая у них квартира? Ну, квартира-то 10-я. Только сын ее за границу увез на операцию. У Нади еще сын есть. Да, Игорь, красавец парень. А Люба и Арсений, кажется, они... Да, Любочка замуж вышла, он врач. Прекрасный человек, но их практически не бывает дома. А она сейчас в роддоме, наверное. Ну, а так их и не видать совсем. Спасибо. Телефон Арсения можете дать? Очень нужно. Ой, вы знаете, его нет. А вот Любин могу. Говорю вам, нет Алисы Денисовны. А потеряшка это? Ее нет. Сели вместе в машину и уехали. Куда? Да откуда ж мне знать? Не извещают. Ну, не в бега же они подались. Вы шутить будете или как-то ее искать? Звоните врачу, дайте телефон врача. А чего орать сразу? Подождите, гражданин Бирюков, не кипятитесь. Считайте, что мы нашли уже вашу жену. Тем более, что врач с ней рядом. Телефон разрядился. Вот как назло. Вы хоть позвонили этому участковому, где его только носит. Долго нам еще тут куковать. Пить хочешь? Я вам про Арсения не рассказала. Я таких больше не встречала. Он такой один. Столько всего пережил. Ребенка похоронил. Господи, если с моим малышом что-то случилось, лучше самой умереть. Люба. Люба. Мы участкового ждем. Куда? Люба! Люба! Милая моя, хорошая, я тебя больше никогда не оставлю, слышишь? Я такого натворила. Не переживай. Нет, я... Я потеряла все нашего сына. Мы его найдем. Я себе этого не прощу. Мы его найдем, я тебе обещаю. Ну, не было ни одного найденыша, я бы знал. Ну, ни одного заявления. Ну, если нашли, но не заявляли. Надо проверять в Голенихе. Я уже был в поселке. Был? У твоего отца. Ничего. Но там вокруг поселка вот такая территория. Там волонтеры работают. Нет, ну если можете дать своих людей... Да у нас 3,5 человека на 5 поселков. Мы поедем туда, Арсений. Я буду его искать. Люба, в твоем состоянии. Отвезите меня туда, пожалуйста. Я его спрятала, как люлечки, и на земле.
Я ее кофту обвязала, чтобы он не распутался. Люб, поехали отсюда. Пожалуйста. Нет, я буду еще искать. Нет, здесь он. Я буду искать. Нет, уже здесь. Нет. Поехали. Я буду искать. Ну вот видишь, зря мы лес прочесывали. Сам ее и нашел. Да. Но не ребенка. Погоди, может, все еще будет нормально. Вот, я у коллег забрал, чтоб ты зря не ездил. Спасибо. Зачем ты меня сюда привез? Нам надо вернуться. Искать. Люб, тебе нужно отдохнуть. Дома отдохнуть. Это наш дом, посмотри. Я привез тебя домой. Я не пойду туда без своего сына. Ты мне сам говорил, что мы его найдем. Я найду, и если ты не веришь... Я верю. Давай ты отдохнешь, а я сам пойду его искать. Хорошо? Отвези меня обратно. Давай ты хотя бы переоденешься, ладно? Я пойду пешком. Подожди, стой. Стой. Подожди, ну пожалуйста, Люба. Ну пожалуйста. Ой, Любочка, родила уже, поздравляю. А малыш-то где? Вас тут мужчина один спрашивал. Точнее, Надежду искал. Я, правда, не поняла, что он хотел, но Любин телефон взял. Не звонил, нет? Из полиции человек? Да нет. Сказал, что Надин знакомый. Давно не общались. Отец. Вот, неизвестный. Кто-то звонил. Алло, да, это Люба. Вы мне звонили. Там. Какой красивый. Он твоя копия. Да он на деда похож. Вылитый Лёшка. Люб, ты это... Зла не держи. Понимаю, может, глоб мой все это Зои. Растеряны были. Не каждый день в лесу такой грибочек найдешь. А я пупочек обрабатывала, купала в чистотеле. Моему-то лбу 25, у самого ребенка. А руки все помнят. Спасибо вам огромное, спасибо. Ты веришь, Люб? Я сразу понял, что он с тобой связан. Вот не случайно это все. Маме надо сообщить. Да я уже написал, сказал, что позже созвонюсь. Привет вам от меня передавайте, бабушке Наде. Это что ж я теперь, дед, что ли? Дед Леха. Ну а что, звучит вполне. И одной мне бабы Зои будет. Ой, Коть. Держи. Такой красивый проснулся, а? Ой, мой хороший, ну поспи еще немножко. Ну, маме пару параграфов всего осталось. Папа, знаешь, у нас какой? На зачете спуску не даст. Разве что мы туда вдвоем с тобой придем.
Привет. Привет. Хорошо выглядишь. Спасибо. Можно заглянуть? Смотри, конечно. Смешная. Mm-hmm. На тебя похож. Как назвали? Алексей. Алексей Арсеньевич. Ясно. Поздравляю тебя. А мы с мамой уезжаем. Продали дом, будем жить у моря. Врачи говорят, мне так лучше. Там мама. Можно ей посмотреть на внука? Ну, этот человечек, он же нас всех связал. Большая семья, да? Привет. Здравствуйте. Смешно. Спасибо тебе, Люба. За все спасибо. И за него тоже спасибо. Зла не держишь, Надь? Да ну что ты, мы вас с Зоей благодарить должны. Ты тоже не сердись на меня, пожалуйста. Хорошую дочку ты вырастила. Да. А внук какой получился? Главное, на бабушек. Богатый. Правда, Надь? Дашь повозиться, бабе Зое? Ну, конечно. У вас там такие места замечательные. Такая природа. Там можно все лето быть. Вот и приезжайте, кума. Приглашаем. Так, идут. Идут наши все. Ну что, с крестинами Алексея? Папаш, ну дай крестным-то подержать. Так а кто крестный-то в итоге? Ты совсем запутался. Как это кто? Все, конечно. Ну, богатый мальчишка на родню будет. Да, мы теперь все родня. Едем, да? У нас уже поляна накрыта. Да. Вот. А так, грибочек ты наш.